что? Друзья, как настроение? Как самочувствие? Вообще, разогрелись все там, да? Не слышу, готовы дальше продолжать? А ведь все интересное, все самое захватывающее еще впереди. А у нас пятый блок, и наши веса ползут вверх. А мы приглашаем наших гостей, которые к нам приехали. И из дальнего, а точнее не из дальнего, а из самого ближнего к нам города после Хабаровска, это город Благовещенск, это Анатолий Береза. Встречаем весовайки категория до 75 килограмм, город Благовещенск. Готов. Ой! Спасибо.
Ну а первый раунд завершился. Давайте поаплодируем спортсменам из далеких городов. Я понимаю, что явно у этих ребят нет сейчас поддержки. И их поддержка — это вы. Давайте поаплодируем бойцам. Индивидуальный предприниматель Ворза, Арина Алексеевна, магазин «Часов времени», общество
заграничной ответственностью агросоя компания города Москва в лице Сидоренко Андрея Викторовича. Это общество с ограниченной ответственностью агросоя компания. Еще раз. Основатель Федерации Драга Сурица Александр Владимирович. И мы продолжим. А второй раунд. Третий раунд. Точнее, третий. Ой! Давайте поприветствуем бойцов! И в этом бою одержал победу.